Всем привет, мои дорогие подписчики! Мы сегодня будем готовить прекрасный и сногсшибательный кекс. Нам понадобится яйца 3 штука, сахар 1 стакан, хорошенько перемешаем, и такой масса будет. Все перемешали и добавим молоко 1 стакан будет 200-250 граммов будет. Хорошенько перемешаем и еще добавим масло, сливочное масло. И хорошенько перемешаем. И добавляем муку. Ну, примерно 2-3 стаканов. Подробнее я пишу в комментариях. В полных рецептах. И разделяем массу. Одну массу такой шоколадный будет, добавим какао, а второй масса будет белый, чтобы мой этот кексик будет как зебра, такой же прекрасный кексик готово и отправляем в духовку или печку. 50-55 минут и уля, наш шедевр готово. Подпишитесь на канале, поставьте лайк, комментарий. Спасибо вам большое для обращения. Хорошего дня!